Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы на рыбалке, то есть развел я прикормочку немножко с водой, просто прикормка. И хотите ловить много рыбы, добавьте корвалол. Это как активатор клёва в прикормочку и немножко корвалола в место, где мы будем ловить. Все, ребят, червь, опарыш, поплавочная удочка, вы сейчас сами убедитесь. Сейчас будем ловить ящиками. Ох ты, какая сорожка, видите, на корвалола подошла. Вот, огромная. Ух ты, хорошая сорожечка, видите. Только прикормил, вот, высыпал с корвалолом. А реально, то есть, сразу рыба подходит, то есть, проверено. Вот она, сорожка хорошая. Так. Вот такая сорожечка. Сорожка. Ох, и маленький окунек. Ну, ух ты, какая. Вот такая вот сорожечка ловится. Ловим сорожечку. Ну, ребят, смотрите, реально наловили. То есть буквально час. Наловили мешок вот такой вот рыбы. Тут разные. И окунь большой, и маленький, и сорожка. Разных размеров. Видите, мешок. Вот он даже, если посмотреть, такой тяжелый уже мешок. Это большие мешки. Реально помог корвалол. Вот. Добавляйте, как активатор клёва, усилитель клёва. Это будет работать, чтобы ловить вот так вот много, много рыбы, чтобы ловить. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.